Приветствую! С вами Павел Кольцев, и в этом видео мы поговорим о том, как сохранять спокойствие и уверенность вот в нынешней очень непростой ситуации, куда вкладывать деньги, чтобы их сохранить, и что необходимо делать, чтобы вы могли в ближайший год совершить крутой рывок, крутой подъем по деньгам, по уверенности в себе, по удовольствию от жизни, в том, чтобы вы могли по-настоящему кайфовать от того, что вы живете. Итак, начнем с вопроса, где и каким образом можно сохранить деньги, куда их имеет смысл вкладывать. Я нашел одного интересного эксперта, его зовут Питер Дэниелс. Питер Дэниелс – это австралийский мультимиллиардер, который до 27 лет не умел ни читать, ни писать, был полностью безграмотен, и тем не менее смог прокачать себя, так что у него там 30 книг, он очень дорогой бизнес-консультант, там своя какая-то бизнес-империя. Я предлагаю вам посмотреть сейчас короткий, буквально двухминутный ролик с ним, в котором он как раз рассказывает, куда имеет смысл вкладывать деньги, если у вас есть там, не знаю, там, $3000, там, $1000, $10000, там, $500. Наверное, человек, который смог своим собственным умом, своим котелком заработать свыше миллиарда, наверное, к его мнению имеет смысл прислушаться. Так что смотрите видео всего на 2 минуты. Здравствуйте. У меня есть 10 тысяч американских долларов. Я хочу их приумножить, но не знаю, как и где их вложить. You probably won't do what I tell you. Наверное, вы не сделаете то, что я вам скажу. The best investment that you could have at the moment. Самое лучшее инвестирование, которое вы можете сделать в настоящий момент. Is in your own brain. Это в свои мозги. You are the best person to invest in. Вы это самый лучший человек, в которого можно инвестировать. Remember what the Bible says. Помните, что говорит Библия. Whatever you do. Все, что вы делаете. Whatever you do. Что бы вы ни делали. Whatever you do. Что бы вы ни делали. Do not conform. Не сообразуйтесь. But be transformed by the renewing of your brain. Но преобразуйтесь обновлением своего ума. If you can give me 2 hours and a pencil and paper and leave me alone. Если мне дать карандаш, листок бумаги и оставить на 2 часа меня одного. I'll make $1,000,000 like that. Я могу $1,000,000 заработать моментально. And why does that happen? Почему это происходит? Because I've spent money on my brain. Потому что я потратил много денег на свои мозги. I create business formulas that are worth a fortune. Я создаю бизнес-формулы, которые стоят целое состояние. How did I do that? Как я это делаю? I spent money on my brain. Я потратил деньги на свои мозги. I can read 8 books at a time. Я могу одновременно читать 8 книг. I can recall information very quickly. Я очень быстро могу вспоминать информацию. I can write a best-selling book in 14 hours without any reference and no corrections. Я могу за 14 часов написать книгу, которая станет бестселлером, и ее не надо будет даже корректировать. And I do it all with a ballpoint pen and paper. И я делаю это при помощи ручки и бумаги. And it's usually worth $5,000,000 when I finish. И обычно, когда я заканчиваю писать книгу, она стоит, то есть она приносит более $5,000,000. Psychologists tell me I have a very unusual brain because I've never gone through formal schooling. Психологи мне говорят, что у меня очень необычный мозг, потому что я никогда так и не выучился в школе. В школе я не учился. They say the concepts that you can come up with are just so unusual. Они говорят, концепции, которые ты задумываешь, очень необычные. They don't know a brain that's been like this before. Они говорят, просто не встречали мозг такого типа. And I've said to my wife, if anything happens to this brain. И я сказал своей жене, если что-нибудь с этими мозгами произойдет. And they've perfected brain implants. И мне, ну если попаду там в аварию, и мне нужна будет пересадка мозгов. Whatever you do, get me a Christian brain. Пожалуйста, обязательно постарайся, чтобы мне пересадили только христианские мозги. She said, why a Christian brain? Она говорит, а почему христианские мозги? I said, because it's never been used. Я говорю, а потому что ими никто никогда не пользовался. Straight off the showroom floor. Они новенькие, свеженькие всегда. You spend money on your brain, потратьте sir. Деньги на свои мозги. You spend the whole 10,000 on your brains. Все 10 тысяч потратьте на свои мозги. And you'll probably make 100,000 afterwards. И вы сразу после этого сможете заработать 100 тысяч. Next question. Следующий вопрос. Итак,
Если вы хотите сохранить свои деньги и их приумножить, что необходимо делать? Необходимо вкладывать себя в свой интеллект, в прокачку своих навыков, в прокачку своих способностей. Потому что квартиру могут отнять, деньги в банке сгореть, на бирже сгореть, крипта, в общем, горит, обесценится страшной силой. И, в общем, единственное, то, что у вас никто никогда ни при каких обстоятельствах не сможет отнять, это ваш интеллект, ваши навыки, ваши способности, ваши умения. А вы останетесь в этой стране, переедете в другую. Если у вас есть навык уверенности в себе, если у вас навык умения быстро действовать, быстро принимать решения, если у вас есть навык работы с собой, понимания себя, своих потребностей, вы сможете выжить абсолютно в любых обстоятельствах. А вот если у вас есть навык пугать себя, находиться в состоянии растерянности, долго мотать сопли на кулак и никак не можешь принимать решения, неважно в какой стране вы живете, вам, скорее всего, будет жить очень трудно, очень бедно. А к чему я это говорю? К тому, что у меня скоро будет распродажа. Я ее делаю обычно раз в год, и только один раз в год можно с огромными скидками до 98% забрать все мои программы, которые предназначены как раз для того, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно, чтобы вы могли быстро принимать решения, чтобы вы могли находиться в контакте с собой и принимать на самом деле самые классные, замечательные решения, которые помогут вам жить гораздо-гораздо лучше. Я лично, когда анализировал свой прошедший год, обратил внимание, что у меня мой рост доходов был не тогда, когда я вкладывал деньги в программы по обучению профессии, там, интернет-маркетингу, продажам и так далее. К моему удивлению, у меня лично рост доходов был тогда, когда я вкладывал деньги в работу с собой, со своим состоянием, в работу с собой там, через программы, через коучей, через персональную работу со мной. Тогда у меня как раз шел такой рост доходов. Так что это то, что большинство людей не понимают, не подозревают. Одна из причин, которая тормозит ваш рост доходов, это ваше эмоциональное состояние. Если вы боитесь, если вы переживаете, если вы менжуетесь, вам будет очень трудно принимать решения, вам будет очень трудно идти вперед. А если вы у меня давно обучаетесь, скорее всего, вы уже слышали от меня такую фразу, что очень хочу портиться. Если человек очень-очень все прям вот срочно надо, тогда, собственно, вот крокодильный лось не растет кокос, там, не знаю, кармар в эгрегор не попадает, и, в общем, все идет наперекосяк. А вот когда вы спокойны, когда вы уверены, когда вы себя цените, когда вы себя любите, тогда мир разворачивается к вам лицом и начинает вам дарить подарки. Собственно, как это можно организовать? Про это все мои программы и про это мой флагман школы коучинга УВК, на котором как раз мы помогаем людям избавиться от этих вот внутренних тормозов, внутренних ограничений, того, что мешает человеку вырасти по доходам, того, что мешает человеку легко подниматься вверх. Увеличить свои доходы, радость от жизни, путешествия, уверенность в себе и так далее. Потому что уверенность в себе – это навык. И точно так же беспокойство и тревожность – это тоже навык. Если сейчас в этих непростых обстоятельствах вы сейчас тревожитесь, значит, внутри вас есть навык, который работает против вас. Если вас это устраивает, ну ладно, продолжайте дальше тревожиться, продолжайте пережигать свои нервы. На мой взгляд, это дело абсолютно бессмысленно, потому что будущее наступит вне зависимости от того, тревожитесь вы или нет. Поэтому неважно, какие обстоятельства там снаружи, неважно, какие обстоятельства в стране, имеет смысл находиться в состоянии спокойствия, именно состояние спокойствия, принимать решения и действовать. Поэтому вопрос как раз, как находиться в состоянии спокойствия, у меня есть целая линейка программ. А с чего имеет смысл начать? То, что я провел относительно недавно. Ваш внутренний родитель-друг, прочь тревога. Как раз базовые техники по избавлению от тревоги. А вторая уже более длительная программа, это 3 полных дня, интенсив, код уверенности, уверенность на миллион. И там как раз вот мы убираем 25 причин того, почему вы чувствуете себя неуверенно, в сомнениях, почему вас колбасит. Ну и третье, мой флагман школы коучинга УВК, полугодовая программа, где мы как раз берем и зачищаем, ну не скажу, что все, потому что, чтобы убрать все тараканы, которые были в вашей жизни, вам потребуется, ну, ближайшие, ну, там, десяток, другой лет жизни. Ну, убираем там штук 100 тех программ, тех внутренних конфликтов, которые вас сейчас, скорее всего, ввергают в состояние паники, тревоги, сомнений и так далее. Почему я настоятельно рекомендую вам зарегистрироваться на мою распродажу, ссылочка ниже под этим видео, и когда вы получите приглашение, перейти и взять свой пакет. Потому что, во-первых, мы каждый день будем повышать цены тарифов. Во-вторых, каждый день будут сгорать бонусы. То есть самые выгодные условия будут для тех людей, которые в первый же день распродажи придут и внесут оплату. Они получат самые низкие цены, они получат самое большое количество бонусов. Те, кто придет на второй день, у них будет цены выше, бонусов меньше. Кто придет на третий день, будет цены еще выше, бонусов будет еще меньше. Так что, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Потому что если у вас в жизни где-то сейчас наперекосяк, это происходит из-за того, что у вас где-то, либо в голове, либо в душе, в вашей психике, какой-то сбой,
какая-то ненастроенность, какой-то дискомфорт. Если вы будете пытаться, ну вот если у вас машина сломана, там, не знаю, движок барахлит, вы на нем пытаетесь проехать там 1500 километров, что произойдет? Ну, есть шанс, что машина в пути откажет. Точно так же с вашей психикой. Если у вас где-то внутри сбой, а вы пытаетесь себя насиловать, принимать трудные решения, что-нибудь такое, вы, скорее всего, почувствуете через какое-то время, неизбежно. Усталость, выгорание, потеря смысла жизни, опустошение, жуткий страх, панику и непонимание, чего с этим делать. И вместо того, чтобы там где-то суетиться, снаружи что-то предпринимать, может быть, имеет смысл обратить внимание внутрь себя, заняться своим состоянием, научиться чувствовать себя по-настоящему уверенно и спокойно, неважно, какой снаружи происходит там трэш, и какие там страшные события происходят. Потому что можно жить уверенно и спокойно, потому что сохранение спокойствия и уверенности – это навык, его у себя можно прокачать. Если вам это интересно, пожалуйста, регистрируйтесь на распродажу. У нас там будет трехдневный марафон, посвященный как раз тому, как раскрыть свою личную силу, как ее можно распаковать, чтобы вы могли чувствовать себя спокойно, уверенно, что вы перестали тревожиться даже в тех, ну, скажем так, интересных обстоятельствах, в которых сейчас находится страна, в которых сейчас находится мир. А почему еще приглашаю вас на распродажу? Потому что если у вас есть деньги, и вы находитесь в состоянии паники, тревоги, сомнения, вы эти деньги все равно сольете. Вы их купите какую-нибудь совершенно левую ерунду, которая кажется, о, да, там это нужно там купить что там 150 килограмм или там 1,5 тонны там, гречки, манки, пшенки, соли и прочее. Или еще что-нибудь такое. И потом кажется, что, скорее всего, это было впустую. Потому что качество вашей жизни зависит от того, в каком эмоциональном состоянии вы живете. Если живете в состоянии страха, паники, сомнения, у вас будет очень хреновое качество жизни, неважно, какое у вас количество денег. И с другой стороны, если вы чувствуете себя спокойно, уверенно, если себя на самом деле любите, качество вашей жизни возрастает, потому что состояние спокойствия, уверенности и любви к себе, зарабатывать деньги гораздо проще. Потому что когда вы идете на сделку, или там, понимаете, если этой сделки не будет, все трындец, будет все плохо, или там, если зарплату сейчас не выдают, будет полный ужас, то ваша позиция слаба. Когда вы идете в состояние спокойствия, понимаете, ну нет, это так другое. Тогда, собственно, почему-то к вам деньги начинают липнуть гораздо проще, приходить к вам гораздо проще, гораздо легче, гораздо быстрее. А что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо снимать повышенную тревожность, для этого необходимо снимать лень, прокрастинацию и неуверенность в себе. То, что есть у там, 90 с лишним процентов людей. Так что если вас устраивает то состояние, в котором вы сейчас живете полностью на 90, на 100%, вас устраивают ваши деньги, вас устраивает ваше эмоциональное состояние, вас устраивают ваши доходы, ну, таким людям, может быть, и нет особого смысла как-то регистрироваться на распродажу. Но если у вас есть недовольство хотя бы одним пунктом в своей жизни, это означает, что где-то внутри вашего мира есть какой-то сбой. Этот сбой необходимо устранить для того, чтобы вот тот дискомфорт или та ненастроенность, которая была у вас раньше внутри, чтобы она перестроилась, чтобы наружу вы начали проявлять себя как человек, сонастроенный с самим собой, самой собой. Это можно сделать, это очень интересная работа. И этому как раз посвящены в том или ином виде все мои программы. Так что, да, еще один важный момент. На тарифы распродажи у нас будет действовать рассрочка беспроцентная. Так что даже если у вас сейчас нет возможности выложить всю сумму целиком, не вопрос. У нас подключено несколько кредитных брокеров, и, собственно, можно будет получить рассрочку и, собственно, всю эту сумму разделить на вполне посильную, которую платить маленькую сумму каждый месяц. Для чего? Для прокачки себя, для прокачки своего состояния. Для того, чтобы вы могли принимать нормальные, адекватные, взвешенные решения, когда вокруг происходит такой вот форс-мажор, когда люди там впадают в панику, бегают там по улицам с вытаращенными глазами, пытаются скупить все, что только можно, и не понимают, что делать дальше. Когда вы себя любите, когда вы себя уверены, вы сможете выжить даже в самых тяжелых, в самых трудных ситуациях. Так что желаю вам сохранить спокойствие и уверенность. Пожалуйста, регистрируйтесь на распродажу. Я в вас верю. Там будут самые классные условия. И что самое прикольное, это не просто какие-то программы, какие-то тренинги. Мы будем вас поддерживать, мы будем вас сопровождать. В тарифы будут включены коуч-сессии с нашими коучами, чтобы вы могли индивидуально поработать. В тарифы включены будут участие в нашем замечательном клубе достигаторов, в котором вы можете посредственно четвергам прийти на вечера острых внутренних конфликтов, чтобы мы коучи там с вами поработали в формате персонального коучинга. Естественно, будет проверка ваших домашних заданий нашими замечательными кураторами, чтобы помогать вам развиваться. Если вы задаете куратору вопрос, он не знает, что ответить, он обращается ко мне, я отвечаю, и вы получаете таким образом вопрос. И четвертое, самое главное. В тарифы включены моя индивидуальная поддержка вас при помощи телеграм-чата ответа Павла Колесова. Если у вас возникнет любой самый сложный, самый актуальный вопрос, пишите, пожалуйста, я вам отвечаю. Отвечаю достаточно быстро, иногда отвечаю текстом, иногда, собственно, наговариваю, если там ответ большой, продвинутый. Почему я это делаю? Ну, потому что я хочу жить в стране счастливых людей.
А в стране, в которой большая часть людей находится в панике, в депрессии, в растерянности, ну, это, наверное, немного не то состояние, в котором имеет смысл жить. Так что, если вас интересует, как быть спокойным, уверенным человеком, который легко зарабатывает хорошие, достойные деньги, который находится в замечательных отношениях, у которого хорошее состояние здоровья, который гордится собой, восхищает собой и который получает максимально большое количество удовольствия и наслаждения в своей жизни, если вас все интересует, пожалуйста, регистрируйтесь на распродажу. Наверное, там под страничкой ниже должна быть ссылки на, там у меня этих отзывов на мои программы там сотни и тысячи, что мы на самом деле, я как тренер на самом деле умею давать людям результат. Так что регистрируйтесь. И да, тот, кто думает, что это когда-нибудь повторится, нет, такую распродажу устраиваю всего один раз в год, и у нас будет ограниченное количество комплектов. Как раз для того, чтобы, в общем, тем людям, кому на самом деле надо, чтобы дать им все инструменты, чтобы они за этот год могли себя круто прокачать. Тот, кто долго думает, ну, пускай живет в состоянии тревоги и сомнений, я, в общем, на это вряд ли могу повлиять. Единственное, что я могу повлиять, это показать вам путь, что вам имеет смысл сделать. Потому что если вы хотите добиться каких-то своих целей, но почему-то у вас, блин, еще все не получается, здесь обычно несколько причин. Первое. Может быть, и цель поставили неправильно. Например, зарабатывать больше. Это совершенно идиотская цель. Цель нужно ставить в граммах, не знаю, зарабатывать, не знаю, там 50 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, там 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Второе. Может быть, у вас не хватает каких-то навыков, способностей, что вам нужно у себя прокачать, не знаю. Навык самопрезентации или навык там, составления там, презентации, или там, навык программирования. И третья причина, почему у вас может быть проблемы с достижением цели. Если у вас есть самосаботаж, прокрастинация, если у вас есть внутренний конфликт, если вы сами себе мешаете достигать своих целей. И, собственно, все вот эти три проблемы мои программы, мои курсы, мои тренинги решают. Так что, если вы хотите, на самом деле, чтобы ближайший год был для вас годом взлета, годом успехов, пожалуйста, регистрируйтесь на распродажу. Я в вас верю. У вас на самом деле все получится. Когда вы перестанете сомневаться в себе, когда вы обретете глубинную уверенность в себе, когда вы начнете на самом деле ценить себя, любить себя и перестать сами себя пугать. Потому что если вы живете в состоянии тревоги, это означает, что, извините, если кого-то это заденет, означает, что вы сами себя пугаете. Возникает традиционный вопрос, китайский вопрос, нахуа? Нахуа себя пугать? Зачем себя пугать? Так что вместо того, чтобы самого себя пугать, на мой взгляд, имеет смысл заботиться о себе, о своем ментальном, психическом здоровье, и чтобы вот это ваше состояние спокойствия и ментального здоровья транслировалось наружу. Потому что от того, что вы тревожитесь, вы делаете плохо, ну, во-первых, себе, во-вторых, своей семье, в-третьих, людям вокруг. Если же вы, даже какой бы вокруг там кошмар, ужас не происходил, сохраняется состояние спокойствия и здравомыслия, вы помогаете, во-первых, себе. Состояние спокойствия и здравомыслия вы помогаете своей семье. И третье, вы помогаете состоянием спокойствия и здравомыслия людям вокруг. И те люди, которые вот в этом, ну, еще раз, в этих объективно непростых обстоятельствах, которые сейчас происходят, сохраняя спокойствие, через этих людей в мир приходит свет. Мир через этих людей становится более гармоничным. Если вас интересует стать одним из таких человеков, присоединиться к такой когорте людей, пожалуйста, присоединяйтесь к распродаже и до встречи на распродаже. Напоминаю, у нас в первый день будут самые низкие цены, самое большое количество бонусов. Потом постепенно цены будем повышать, количество бонусов будем убирать, бонусы будут сгорать. Как раз для того, что вы такие, блин, перестали сомневаться, что вы начали действовать быстро, начали действовать эффективно, что вы начали вкладывать в самого главного в вашей жизни человека, в себя. Вы у себя самый главный в жизни человек. Не ваши дети, не ваши родители, не ваш муж, не ваша жена, не ваши друзья, не ваши приятели. Вы. Поэтому, блин, начните ставить себя на первое место. И начните вкладывать деньги в прокачку своих навыков способностей и в прокачку своего состояния. Это приносит самые большие дивиденды, самые большие прибыли. Если сомневаетесь, пересмотрите, пожалуйста, еще разок вот это там двухминутное видео, которое было в начале этого видеоролика. Что там говорил Питер Дэниелс про то, куда имеет смысл вкладывать деньги. Еще раз, это мнение долларового миллиардера. Наверное, к нему имеет смысл прислушиваться. Ну что, регистрируйтесь на распродажу и до следующих встреч. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов, мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. И да пребудет с вами сила и любовь. Всего хорошего, до свидания. Счастливо. Я в вас верю.